Всем привет! Сегодня я буду делать новый маникюр. Продемонстрирую фрезер в работе и фрезы, которые прилагаются к нему, а также фрезу кукурузку. Ей я буду снимать гель-лак. Ну, приступим. В общем, как для меня, так вот эта фреза, она вообще абсолютно бесполезна. Я не знаю, что ей делать можно, но она даже не как пушер, она просто чуть приподняла и все. Ладно, попробуем следующую. Здесь такой кончик, он какой-то круглый. Я не думаю, что она что-то приподнимет. Я даже пробовать не хочу, честно. Так, ну вот это еще можно попробовать. Она вроде такой тупой угол имеет. Ну, получилось вот так. Это, конечно, фреза получше. Она и приподняла, и даже практически всю кутикулу убрала. Но я сейчас еще ножничками пройдусь. Сейчас протестим еще вот эту пилку. Я сделаю себе форму. Ну, обычно я ношу такой круглый квадрат.
Немножечко я подпилю. Ну, я не буду себе укорачивать ногти. Все подумают, как так, этот короткий. Ну, ходить постоянно с обрубками тоже надоело. Ну, ничего страшного, один он же больной. Ну, в общем, пилит хорошо. Никаких нареканий к пилочке нет. Тем более, ну, за такие копейки даже не жалко ее один раз использовать, выкинуть. Я ее уже второй раз пользуюсь особо-то. Я ее даже замачивала в спиртовом растворе. И ей ничего не стало. Хотя там вроде бы как картон. Ну, цела невредима. Так что за пилочки могу сказать хорошие. И, кстати, девчонки, все, что приходит из Китая, все, что приходит для обработки ногтей, фрезы, пилки, всякие штуки, это все я обрабатываю в обычном техническом спирте. Потому что, ну, на всякий случай, даже если вы сами пользуетесь, это все равно все надо обрабатывать. Так, ну, у меня бафа нету, они еще никак не придут. Поэтому пользуюсь первыми подручными средствами. У меня вот такая ромашка, она имеет достаточно нормальный абразив, в котором можно как типа забафить ногти. Так, ну в общем забафила. Спирта у меня вместо клинсера идет. Я его перелила сюда. Удобно. У меня никак не дойдут безворсовые салфетки. Приходится обычными пользоваться. Полный набор комплекта так и не дойдет до меня, но ногти хочется видеть красивыми и ухоженными, поэтому тоже, так сказать, прибегаю к подручным средствам. Если можно что-то заменить, заменяю. Так я заказала там клинсер и ремувер. Обезжириваем ногтепластину. Еще я жду праймер, чтобы лучше сцепкость была. Ну, вот таким способом я уже себе два маникюра сделала, и на носкость это никак не повлияло. Я могла выходить еще месяц, мне кажется. Ну, я шучу, конечно, месяц бы я не ходила. Но практически 3 недели я проходила вот с последним, с цветным которым. Все, теперь готовимся к покрытию. Ну, теперь приступим непосредственно к самому выкрашиванию. У меня будет такой маникюр, ну, как можно сказать, 50 оттенков желтого. И попробуем как раз то, что я уже выкрашивала. Черный гель-лакац, топ-базу, три цвета Розалинд, гель-красками, ну что-нибудь я попробую нарисовать и втирку. Поехали. Сейчас возьму вот такую кисточку с закругленным носиком и проработаю базой тонким слоем. We go losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. Сейчас выкрасим лаки.
Сейчас нанесу второй слой. Выкрасила я лак в два слоя. Сейчас мы его вотрем в стирку. В общем, терлось хорошо. Рисовать, конечно, я не умею, но я сейчас что-нибудь попробую. Возьму вот такую кисточку из того набора и вот такую тоненькую прорисую. Сейчас нарисую какой-нибудь цветочек на одном пальце. Теперь перекроем все топом. Ну и давайте попробуем какую-нибудь стразинку прилепить на цветочки. На вот этот клей. Ну что, подведем итоги. Вот такой маникюр получился у меня сегодня. Такой веселый. Я люблю веселые маникюры. Яркие. Стразы я прицепила на клей и больше ничем не покрывала. Мне просто интересно, сколько они продержатся. Сверху все покрыла топом, сняла липкий слой. На этой руке у меня, конечно, немножко корявее получилось, левой. Что могу сказать по поводу вот этих фрез, которые идут в наборе с фрезером. Из всех фрез пригодилось мне, наверное, вот это только и вот это. Вот эти я считаю вообще бесполезные. И то я думаю, что вот этих двух фрез их надолго не хватит. Очень понравилась вот эта фреза. Кукурузка. Синяя насечка, но она стерлась, потому что я ее обрабатывала в спирте. Понравилась вот эта кисть. Она очень хорошо вбивает прям базу. Жесткая, классная.
Ну и, собственно, могу еще сказать, что лаками я довольна. Черный лак фирмы Katz, он очень-очень пигментированный. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее мое видео. Всем пока-пока!